Всем привет! Сегодня покажу домашний рецепт приготовления сурка. В идеале, конечно, лучше готовить его на природе и на костре. Но вдруг кто-то с охоты вам привез сурка, то обязательно этот рецепт вам пригодится. Мне привезли уже разделанную тушку, поэтому мне только оставалось залить водой и оставить на ночь. Прошла ночь, мясо перекладываю в большую кастрюлю, заливаю водой, добавляю немного соли и ставлю на огонь. После того, как закипит, обязательно снять всю пену и варить 2-3 часа. Затем мясо перекладываю в казан и начинаю немного поджаривать, буквально 10-15 минут с каждой стороны. Если вы будете готовить в домашних условиях, все-таки я сначала советую отварить мясо. Иначе, если вы его начнете сразу тушить или обжаривать, мясо так и останется жестким. После того, как я обжарила мясо в казане, нарезаю одну луковицу и болгарский перец. Овощи добавляю к мясу. Теперь покажу, что я добавляю из специй. Это лавровый лист, перец горошком, соль и черный молотый перец. Все хорошо перемешиваю и обжариваю овощи еще 10-15 минут. Затем я добавляю немного воды, все пропорции укажу под видео. Накрываю крышкой и еще тушу 40 минут. Сурок в домашних условиях готов. Конечно, процесс не из быстрых, но если вы любитель, то результат вас порадует. Подала я сурка запеченным картофелем и с маринованным луком. Хочу заметить, что масла я никакое не добавляла, потому что мясо получается достаточно жирным. Благодаря тому, что я сначала отварила мясо, затем немного поджарила и потушила, мясо не пересушилось, и оно осталось сочным. Может, когда-нибудь кому-то пригодится рецепт. Желаю всем приятного аппетита и до новых видео!